Вот такой вот мальчик. Кто там следующий нам попался в следующем пакетике? Давай покажем ближе. И с желтым мальчиком нам попался вот такой вот, как, похож на носорога, такой вот питомец. Такая вот фигурочка. Так, что там у нас дальше? Сейчас посмотрим. Так, сейчас поставим, чтобы видно все было. Так, сейчас следующий пакетик откроем, да? Вот такой пакетик откроем. Там что попросил? Что там? Сейчас посмотрим. Так, я открою его. Откроем. Сейчас мама разрежет пакетики. А ты будешь доставать. Вот один тебе пакетик желтенький. Открывай, открывай. Второй желтенький пакет. Так, вот эти желтенькие у нас стоят. Мы сейчас посмотрим, кто это у нас. Это у нас желтенькая шапочка. Сверху красные полосочки. Это у нас... Потерял? Поднял? Кто там? Мишка маленький, да? Сейчас посмотрим. Так, в желтеньком у нас... Так, это Зоя и мама. Большая девочка Зоя вот у нас попалась. Зоя. А маленький это Ума. Похоже больше на носорога. Или не Ума. Наверное, это... Рыжок. А, да, рыжок. Так, сейчас посмотрим дальше. Так, ты открыл? Кто там маленький нам попался? Давай покажем. Маленький медвежоночек, да? Питомец маленький медвежоночек вот такой попался нам. Так, а в большом пакетике кто попался? Смотри, доставай желтенький пакетик, второй вот этот. Что-то он стоять не хочет. Не стоит. Кто там? А ну вытаскивает. Что там за ляля маленькая? Ну-ка. Не получается? Давай, давай, старайся, разрывай пакетик. Смотри, кто там нам попался. Кто же это? Кто-то в желтой шапочке опять. Сейчас мы посмотрим. Я уже вижу, кто-то в желтой шапочке похож на жирафку, да, похож? Похож на жирафку? Да, это маленький Жанна, это Жанна, вот она. Вот эта вот большая Жанна нам попалась. Давай покажем. Ну, такая вот Жанна попалась. И такая лялечка маленькая. Ее питомец вот этот коричневенький. Давай, следующего откроем. Так. Нравится? Открывай один пакетик маленький, вот тебе. Мама следующий разрежет пока. Вот тебе следующий пакетик. Кто там попался у нас? Кто же это? Кто это такой оранжевенький питомец маленький, да? Оранжевенький. Мама лишнего берет. Что это за маленький питомец? Давай его покажем. Похож на мишку какого-то, да? А большой пакетик вот желтенький открывай. Мишка такой оранжевенький. Открывай теперь этот. А мама посмотрит. Так, этот оранжевый питомец. Это у нас. Сейчас мама посмотрит. Так, так, так. Где же у нас? Где?
Кто там такой беленький? Так, этот питомец у нас гризли. Вот этот вот маленький гризли. Что-то камера не фокусирует. Гризли. Гризли. А большой мальчик беленькой шапочки, похоже на цыпленочка. Это у нас... Это у нас кто? На утеночка, точнее, похож. Это утя. Мальчик утя. Вот этот беленький. Утя-утя. Так, дальше поехали. Давай покажем утю. Вот такой мальчик. С одним прищуренным глазиком. Вот такой шапочки. Такой утя. Так, дальше смотрим, да? Будем дальше открывать, Давидушка? Последний. Вот у мамы, а у тебя последний. Так, смотри, кто в пакетике. Еще маленький пакетик. Кто там у нас попался? Что это за ляля? Фиолетовая шапочка. Вот тебе еще пакетик. Разворачивай этот. Давай этого покажем. Какой-то на котика похож. Вот такой вот мальчик. Красивый. Ой, падает. Оп, открывай маленького. Мама посмотрит, кто это такой. Это Ева. Вот она. Вот это вот первая Ева. Так, а маленький кто? Давай покажем. Беленький. Похож на Мишку, да, беленького? Давай поставим его. Давай покажем и поставим. Такой беленький Мишка. Этого Мишку звать... Как его звать, Мишку? Сейчас мама найдет. Снежок. Этот Мишка Снежочек. Вот беленький здесь сидит. Так, и открываем последний пакетик, Давид. О, да? Вот. Всех откроем. И покажем. У тебя один пакетик большой, желтенький. Доставай. Кто там за куколка у нас? Что там за мальчик пупсик? И маленький тебе тоже. Это кто у нас? Оранжевенький. Все разные попались, да? Оранжевый вот такой мальчик. Сейчас мама найдет, как его звать. С рожками. Это у нас Жорик. Вот он, Жорик. Пожалуйста. Вот этот. Давай мы его покажем близко, а ты открывай маленький пакетик. Вот такой Жорик у нас попался. Жорик. Ой, что-то он стоять не хочет, наш Жорик. Кто в маленьком пакетике? Кто там? Лошадка маленькая, смотри, желтенькая. Как ее звать? Сейчас мы найдем. Так, а лошадку нашу звать? Звать, звать, звать. Как носорог, мистер Трак. Как носорог? Как носорог, мистер Трак. Носорога зовут Рижок. Стой вот здесь, возле игрушечек, сейчас покажем все. Так, звать лошадку Осмугастык. Смугастык звать. Давай покажем ее маленькую. Вот такой Смугастык. Один мальчик. И, так, давай.